Сашка замерзла. Ой, сегодня давай, холодно. Холодно. Привет, холодно, да, сегодня? А что, холодно, что ли? Поднимай ручки. Наплавалась. Ну все, Лялечка, можешь тебе садиться. Гусеница. Гусеница. Ну-ка, там у нас. Геленджикская бухта. Тонкий мыс пляж. А в самом Геленджике все пляжи каменистые. Камень, щебень. Причем камни зачастую очень острые. Поэтому пляжи здесь не очень. В Анапе они гораздо лучше. Там они хотя бы кругом песчаные. Но в Анапе очень много тины, болотин. О! Вот у нас стоянка катеров, пирс. Кстати говоря, здесь вот вода гораздо чище. Вода абсолютно идеально прозрачная. Хотя это вот всего лишь рядом с пляжем. То вон пляж, где здесь вода кристально чистая. Там муть просто, ну, купающиеся поднимают очень сильно. Геленджик. Пляж, тонкий мыс. Говорят местные, это якобы лучший пляж здесь. Прямо скажем, то, что лучший пляж далеко не лучший. Вот он, я вам его сейчас покажу. Камней на нем очень много. Это смесь песка и гальки. Дно, в общем-то, тоже галечно-песочное. Ну и трава, конечно. И самое, что неприятное, бухта это достаточно мутная. Зона, так, отведенная для купания. Как плывешь, и абсолютно ничего не видно. Поэтому интереса плавать особо не представляет. Вот с другой стороны волнорезу уже становится гораздо интереснее. Здесь вот намного больше глубина. Вот с этой стороны тоже пляж есть от волнореза. Он, правда, галечный больше, то есть там камни в основном. Но плавать, зато здесь вода чистая, гораздо глубже, и плавать в целом намного интереснее. Вот ребята ловят крабов, при мне достали краба сантиметров 6 в диаметре. Ну и не считая лап, конечно. Здесь вот дети вовсю ныряют, хотя глубина здесь, я бы сказал, что достаточно маленькая, но все равно ныряют, видимо, аккуратненько, вдоль воды. Это,
кстати говоря, территория пансионата, по-моему, называется Тонкий мыс, на который въезд официально запрещен. Но нам повезло. Мы с Миланой умудрились на него заехать. Прямо к самому морю поставили машину. Что огромная редкость на всем побережье. А вот непосредственно сам пляж. Вот он, что из себя представляет здесь, на этом тонком мысу. Так называемый лучший пляж Геленджика. Вот тут такая куча камней, галька. А вот и Милана. Мила, скажи всем привет! Скажи, я на пляже Голый мыс, находящийся в городе Геленджик. Скажи, Мила. Всем привет! Я нахожусь на пляже Тонкий мыс, который находится в Геленджике. Все, это уже закат. Все, можно сказать, пока-пока, горы. Спасибо за приют. Мила, все, ты накупалась на сегодня? Замерзла. Ты кушаешь, да? Кушаю картоху. Картоха. Картошка. Скажи, все, сейчас поедем домой. Пока-пока всем. Скажи, подписывайтесь на канал и ставь лайк. Ставь лайк. Покажи. Во, как мы отдыхали. Ну, береги здесь, конечно, прямо скажем, оставляют желать лучшего, потому что вот они кругом камни. Эти скалы, причем все достаточно острые, поэтому купаться здесь весьма неудобно. Там выход в открытое море.